Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Это наш новый дом. Вы первый, кто его видит. Никому не рассказывайте, это секрет. А это мой муж, Лука. Очень приятно. Познакомьтесь. Единственное, что Лука должен бежать на работу, поэтому я вам все расскажу. Пока, Мари. До встречи. Чао. Пока-пока. Ну что же, посмотрите. Мы пока еще не обжились. Только-только въехали в этот дом, и вы первый, кто это все видит. Вы понимаете, что кухню мы еще должны привезти, и все. Как только привезем, мы вас обязательно пригласим на ужин. Хорошо? Договорились. А это наш второй этаж. Здесь у нас спальня с Лукой. Пожалуйста, я вам сейчас ее покажу. Посмотрите. Мне кажется, очень уютно, и нам будет удобно. Правда красиво, согласитесь? Да. Здесь у нас еще и комната отдыха. Пойдемте, я вам покажу спальню нашей дочки. Проходите. Правда, милая? Нам очень понравилось. Дочка сама выбирала цвет штор. Но это еще не все. У нас еще третий этаж. Пойдемте. А это третий этаж для друзей. К нам приезжает очень много друзей. Пожалуйста, одна комната. Вторая комната. Ну и, конечно же, третья, моя любимая. Проходите. Ну вот и все. Это наш дом. Ждем вас в гости в следующий раз. Пока-пока.